Артему, скажи, Артем. Да, Артем. Да, Артем. Коваленко же ему сказал сейчас в прямом эфире, что он бы на кулаках, ну, типа на кулаках он бы справился. Посмотрим. Слышал. Что в момент стало. Я-то что не понял, я вот сегодня смотрел Рыбак. Коваленко. Ладно, информация про Коваленко, она пусть выйдет у него. Влахович или как? Влахович с Адресаньей, да? Ой, личность тоже здесь. Что? Желающие есть, то... Ну, не со мной, конечно, но желающие есть подраться на правду. Там прям избиение? Желающие есть, но когда сейчас выйдет ролик уже, их будет еще больше. Но пока есть время, отправлять свои заявки. Мне в директ и с видео. Ой, ты это слышал? Матчмейкер просит видео. Все по заявке, много заявок, все просто пишут, возьми меня. Я жду вас много, я не могу каждого гуглить, смотреть, там, регулировать. Присылайте заявку и сразу видео с этого боя. Сразу Шердог будет? Шердог и видео боев. Скажи ему, пусть успокоится. Матчмейкер работает. Пацаны, вы знаете, куда надо видео отправить. Точно не этому человеку. Этот выпуск «Правды» выйдет в конце этого месяца. Вот. Так что ждите. От души, все, я этот... Хватит хвалить меня, а то я уже стесняюсь. Да мы понимаем, ну невозможно, понимаешь? Талантливый человек, талантливый во всем. Он просто не здесь был. Эй, блин, тут я фасер был. Чё ж ты будешь, у тебя нет травмы? С чего такие выводы? Я не понял. Ты чувствуешь, смотри, и отчёт? Покажи еще раз. Чёрт сидит в футболке топ-дога. Мы тебя уволим. Нет, мы, конечно, это же наши друзья, поэтому... Эй! Уволим меня, что организация закроет. Приготовка это... Вот вообще какие... Походу, головой вообще не думать, да? Ты все я решаю, забудь. Ты не там думаешь, что решаешь что-то. Это наша убери ее сюда. Я сказал, твоя мама со мной даже согласна. Она нормально так. Блин, я в шоке был просто. Зашел в грижу, я думаю. Вот так потеряю, думаю, вот так. Вот аудитория, здесь хотели бы вы увидеть бой Чошамбе и персидского дагестанца на правде? По таким правилам, но там вообще не будет. У сестры спрашиваю, у него то же самое. Вот я хочу бой просто на правде, это Чошамбе и персидский дагестанец. Просто вот без правил. Можно... Добавим многих факторов. Ну, если они этого захотят, в принципе. Плюс к этому, знаешь, что я хочу? На топорах. Что потом на втором раунде нам топоры дали. В принципе, если дадите согласие, мы добавим вам холодное оружие. Что ж сломает перса, я согласен. Зафар, ты выйдешь с братом перса или их? Да, ну, пять. Зафар убьет перса, брат его потом посадит. Вы что, ребята?
Брат. Тем более он старик. Брат. А? Кто тебя постриг? Под раз, прикинь. Тебя подкалывал мою прическу. Кто тебя постриг? Скажи, у него с Батрасом одно и то же, одна и та же прическа. Парикмахер, похоже, тоже одно и то же. Не скажи самое важное. Но почти ножик уже сложи. Тут вот наш матчмейкер. Иначе я приду вот с тем большим. У него просто отсутствует немного спортивного, поэтому он хочет ходить с ножом, поэтому просит кнопочный ножик, который лежит дома, оставить. Это, конечно, очень важная информация, и все 2000 человек хотели ее услышать, и он ее хотел высказать просто. Скажи, у нас на кухне ножа нет, пусть кухонный нам принесет и заберет это. Кухонный нож, говорит, привезешь, можешь забрать тот нож. Кухонный нож? Да. Он сказал, без проблем. Три. А, кстати, Акаб же тоже хотел убраться с тобой. Ты видел его? Вот это я видел. Не, в принципе, Акаб нормальный пацан. Он, ну никто ничего не типа, нормально все сказал. И правильно все сказал. Согласен. Его... Но я просто говорю, что он хочет браться. Я не могу ему отказывать. Что еще раз? Не могу, говорю, ему отказывать. Ну, нереально. Мы тоже не можем ему отказать, поэтому я ему передам. Надеюсь, увидите, что правда его ждет, так что... Вот все, да. Вот теперь все, кто хотят драться, все к нам. Без проблем. Компания вот. Компания. Передайте Акабу, что компания. Есть я, есть он. Есть организация, которая готова заплатить любому из нас. Не ему. Так что... Вот именно. Я об этом тоже пытаюсь напишиться, но это вообще меня матывает. Я не знаю, что они сейчас теперь будут говорить. Знаешь, вот что сейчас, типа, раньше были отмазки. Теперь вот, теперь я жду. Я только этого и жду, кто будет бросать мне визов. Я с кайфом им скажу, давайте сделаем это на правду. Вот именно. Ждем. Вот как уже вышла новость о том, что то, что правда запустилась. Эй! Я не вижу тех бойцов, которые до этого бросали вызов, сейчас их вызывают. Те, кто дрались на хардкоре, получали там 20 тысяч. Вот именно, давайте к нам вам больше заплатим. Просто заплатим 25 и все. Давайте сделаем Нет, мы готовы заплатить больше, но пусть они...